Всем добро, с вами я, Страсти Упро. Сегодня покажу аддон Anna Happy Christmas, благодаря которому в мире Майнкрафта появляется огромное количество новогодних плюшек. Да-да, и сейчас покажу, да и расскажу, что да как. Сначала я скрафчу вот такой вот огромный блок календаря, и посмотрите, что будет дальше происходить. Крафтинг довольно-таки такой несложный, и любой из вас, конечно же, с ним справится. Вот получился у меня такой довольно-таки симпатичненький блок, и сейчас в режиме выживания я его сломаю. Да, у меня получился календарь. А на этом календаре именно отмечен декабрь, поставлю его сюда жителю, и смотрите, этот календарь превращается в определенный такой магазин, где можно покупать различные листочки, но хочу сказать, что эти листочки, эти дни календаря, они находятся также в инвентаре игрока, и каждый день можно теперь получать определенные подарки, и это очень даже классно и круто. Я думаю, что все любят, конечно же, подарочки, да, посмотрим, но первое, это, конечно же, елка, но какой новый год без елки, да и Рождество, конечно, елка-то обязательно нужна. Это, по-моему, звезда, но сейчас попробую эту звезду, а куда-нибудь она елочку-то положу. Вот у меня будет импровизированная такая елка, но я думаю, достаточно неплохо будет смотреться на вашей елке данная звезда. Но помчались дальше, и что здесь? А здесь танцующие различные эльфы, которые поднимают, конечно, нам рождественское настроение. И к встрече Нового года мы уже готовы. Ну, а как же без Санта-Клауса-то Новый год? Но неплохо. Все здесь такое танцующее, яркое, креативное. Вот мне нравится такая подобная картина. Вот еще один эльф. Их огромное здесь, конечно же, количество. И бежим дальше. Это олень. Но как же без оленя зимняя сказка-то не состоится. А нужна, конечно же, упряжка. И нужен здесь Санта-Клаус. И вот такие вот олени, которые разводят подарочки. А подарочки-то любим мы все. И вот такие вот открыточки тоже можно отправить своим друзьям с пожеланием Нового года. Да, ну, а это, наверное, новогодняя гирлянда. Положу ее на импровизированную елочку. И посмотрите, как сияет эта гирлянда. Но достаточно неплохо смотрится. Можете, конечно, уже по своему вкусу украсить елку. Но у меня здесь такая импровизированная елка, чтобы показать, а как данная гирлянда, она вообще выглядит достаточно неплохо, классно и круто. И мне все нравится, поднимает вот такое новогоднее настроение. Ну, а это, конечно же, вот такой вот сапожок. Поставлю я его здесь жителю, чтобы ему здесь было достаточно неплохо, и пускай там придут ему подарочки именно на Новый год. Вот еще определенные открыточки, довольно-таки такие симпатичные, их здесь огромное количество, можно выбрать на любой вкус, ну и соответственно, они тоже и большие, и маленькие, ну и различные. А подарочков вообще здесь целая куча, но скрывать эти подарочки я не буду. Подкачайте данные дополнения, ну и откройте подарочки сами, ну и пряничные домики, куда же без них. Вот такая вот красота, вкуснота теперь, а в моем мире Майнкрафта. Ух, классно, круто. Нравится мне вот такой вот рождественский дух, благодаря данному дополнению. Ну и конфета трость. Ну, как нельзя лучше, положу, конечно, ее на импровизированную елочку. А сами уже найдете ей, конечно же, применение. Но каждый по своему вкусу уже украсит свой новогодний мир Майнкрафта. Ну и такие пироженки, тортики. А вот это вот, смотрите, какая-то птица побежала по своим делам. Ну и кресло Санта-Клауса. Но, конечно, любой из вас теперь может в этом кресле это посидеть. Огромное количество фотографий, а вот получилось у меня, что я их поставила именно здесь. Но я думаю, найдете тоже данным фотографиям определенное применение. Можно их расставить где-либо в своем зимнем домике. Ну, я думаю, будут смотреться они достаточно неплохо, эти фотографии. И, конечно же, рождественский такой венок, а можно повесить на дверь, можно повесить в доме в жителей, да, и вообще в своем доме в мире Майнкрафта, что тоже неплохо. Это, по-моему, шарики, которые вешаются на елку, и повешу на свою импровизированную елку. Смотреть достаточно неплохо смотрится, и выглядят они достаточно реалистично, напоминают шарики из реальной жизни. Вот такая вот у меня неплохая елочка-то получилась, хоть немножко и великоватая, наверное, она. Так, мчимся дальше, и огромное-огромное количество всего сейчас постараюсь я еще показать, а что здесь. Ну, я так думаю, что вам все видно, достаточно много различных вещей, вкусняшек, и Новый год, конечно, можно вот так вот спокойно отправить праздновать в мире Майнкрафта. Вот пошли еще одни Санта-Клаусы, но достаточно тоже вот такие вот неплохие и креативные. Ну, а мотобайк, но куда же Страсти Упро без мотобайка? Ну, неплохо вот так вот погонять по зимнему биому, но, короче, к встрече Нового года я готова. Однозначно подкачивайте данные дополнения. Ну, а на сегодня этот обзорчик-то я завершаю. Ставьте лайки, оставляйте свои топовые комментарии. Всем море позитива, всем классного, мега-зимнего предновогоднего настроения. И всем пока-пока! Yeah.